пройдут дожди, солдат вернется. Они погибли в 1944 году. Их было всего 18 человек. Вона, який тебе чорт сугроб заніс? Мотоцикли де їздять? Вперед, козаки! Комсомольський взвод, остановивший колонну немецких танков. Мама! Трагедия, комедия, героизм сплелись на экране. Так доложите, как положено. Докладывай, все в порядке, Бобик сдох. Какой еще Бобик? Фрицевский. Калуга, мой второй номер, доколачивает прикладом. Это повесть об отцах, которые навсегда остались молодыми. Их дети приходят туда, где ровно 30 лет назад приняли свой последний бой самые родные для них люди. Они знали, что этот бой будет последним. Смотрите военную драму на канале «Скиф».